Привет любителям Steam игр с FK дропом продаваемых вещей в Steam инвентарь. Я уже делал видео по данной игре, называется она «Летающие пингвины», и все рассказывал. Но сегодня вышло крупное обновление, и разработчик добавил кучу новых вещей в Steam инвентарь. Об этом я расскажу чуть позже, а сейчас, собственно, о самой игре немножко. Вот так вот выглядит она в Steam магазине, стоит 30 рублей без скидки. По скидке она стоит в пределах 20 рублей. Также к ней есть дополнение, одно с музыкой, а второе костюм пак. Сейчас я перейду и покажу. Смотрите, здесь при приобретении данного дополнения вы получите 10 персонажей, точнее костюмов на персонажа вашего. Все эти костюмы, которые вы приобретете, выпадут вам в Steam инвентарь и будут подлежать продаже и обмену. Но эти вещи вы получите единоразово при приобретении дополнения. Также в игре есть достижения. Вот страница игры на торговой площадке Steam. Здесь, как видите, вещи продаются, но это вещи те, которые выпадали до выхода крупного обновления. Здесь их пока мало, но, как я и говорил, сейчас вышло обновление, добавилось очень много новых вещей. Так, перейду в инвентарь и покажу, какие же вещи добавились. Вот смотрите, их огромное количество. Теперь они стакуются не по одной вещи, а целыми стаками, пачками прям можно собирать их. Вот эти вещички, наборы, костюмы вам выпадут в Steam инвентарь единоразово при приобретении дополнения. Также вот смотрите, наушники, всякие очки, шапки. И вот эти вот вещи — это расходники, которые мы будем использовать в игре во время прохождения уровней. Расходники сейчас, точнее не расходники, а ящики сейчас падают очень часто в игре. Буквально через каждые 10-30 минут вам будет выпадать ящик, при открытии которого вы будете получать 3 рандомные вещи. Ну давайте перейдем в игру и расскажу подробнее, как получать вещи. Наша задача — запускать в игру, если вы хотите получать просто вещи, в оконном режиме. Вы зашли, так игру оставили или свернули буквально на минут 15-30. И далее вам нужно зайти на уровень и выиграть уровень. Ну, выиграть, проиграть. Тут проиграть, конечно, невозможно. Я сейчас зайду на первый уровень и покажу, как тут играть. Вот заходим, и наша задача — сбить все звезды на уровне. Ну и, конечно же, лучше их поймать. Также здесь есть рюкзачок. Рюкзачок с расходниками, которые дают бонусы в игре. Можете использовать, можете нет. Эти расходники как раз и выпадают сейчас с ящиков. Также с ящиков выпадают и ультрарарные вещички. Там всякие наушники, шапки, розовый пингвин. Ну и вроде пока все. В ближайшее время разработчик обещал добавить еще кучу всяких вещей в Steam инвентарь. Так, сейчас я собью последнюю звезду, и по идее мне выпадет новый ящичек. Сейчас, да что ж, все никак не получается, а? Но почти уже сбил. О, зато ворону попал. Как и видите, вон бонусы всякие летели, и с правой стороны показало, что мне выпал предмет Steam инвентарь. Напоминаю, друзья мои, в данной игре АФК система получения вещей. Зашли в меню, минут 15-30 побыли, зашли на уровень, прошли и получили ящик. И сейчас я покажу, как же применять костюмы в игре. Вот здесь стрелочками выбираем костюм, какой вам нужен. Щелкаем. И дальше, когда выбрали костюм, нажимаем центральную круглую кнопочку и применяем. Вот так он применяется в игре. Игра на самом деле очень интересная, я прошел ее всю. Сейчас я перейду в полноэкранный режим и открою ящики. Вы заодно посмотрите, как эта система работает. Я повторюсь, как и говорил, при открытии одного ящика выпадать будет 3 вещи. Это будут падать в основном расходники, которые вы будете использовать в игре. Ну вот, как видите, сейчас мне выпал рарный предмет, очки. Так, далее, что тут выпадет? Мячик, опять расходник и золото. Ну, весь комментировать, ой, точнее, все открытие комментировать я не буду, поэтому смотрите, какие вещи вы можете получить. Напомню, падают и рарные вещички, это очки, наушники, шапка, что там еще, скин на пингвина розового,
А так, в основном пока падают расходники. Разработчик обещал еще добавить кучу-кучу вещей, но не все сразу. И так, в принципе, добавлено очень-очень многое. Так что, друзья мои, спасибо за просмотр под видео. Пишите в комментариях ваши вопросы, пожелания. Я постараюсь на все ответить и помочь кому, что непонятно. А далее просто смотрите открытие, как я открывал и что мне падало. Ну и все тогда. Всем пока-пока.